Так, продолжаем. Шутер в перемешку с симулятором свиданий Neon White. На связи Чандер. Погнали подкатывать mm-hmm. красной. Там чего mm-hmm. там еще? Разве у тебя нет задания? У меня есть сувенир. Вручаем неон красный. И выходим на диалог. Потом выйдем и на побочный квест, и на второй диалог. Ну, как у желтого, я думаю. Ты проводишь еще какое-то время с красным. Давай же, белый, ты справишься с демонами, но не можешь справиться с этой тягостным молчанием. Я думал-то о том, что ты сказала при нашей первой встрече. Стоп, не так ты ее спугнешь. Ну и не знаю, шутила ты тогда или нет. Лучше молчи, чувак. С другой стороны, узнать-то надо. Хочешь знать, было ли между нами что-то в прошлом? Here's the deal. Давай договоримся. Я тебе скажу, если... Если заставишь меня рассмеяться. Seriously? Серьезно? Одно из редких удовольствий в этих местах — видеть, как ты пыхтишь, когда пытаешься завести разговор. Но это просто так, я тайны не выдаю. Ну да, зато готова выдать тайну за какую-то дурацкую шутейку. Не вопрос, сейчас ты у меня прохочешься. Ладно, большой мальчик, у тебя одна попытка, я жду. Окей. Ладно, момент. Черт, как же там было? А, во! Да, думаю, тебе это понравится. Однажды два вора стырили календарь. В итоге каждый получил по полгода. О боже, знаешь, белый, юмор первоклашек — это подленький, недозволенный прием. Неважно, ведь ты засмеялась, так что давай выполняй свою часть договора. Sorry. Прости, но не могу. Иронический смех не в счет. Нечестно играешь, красная. Нечестно, но сдаюсь, но надеюсь, что ты все равно продолжишь игру. Так, давай тогда mm-hmm. продолжим, может быть, второй диалог. Что-то нам даст. Так, погодь. А, сейчас задание будет. Побочный квест. Какие побочные квесты у красной? У желтого нельзя использовать способности. Оружие. Сброс карты нельзя использовать. То есть стрелять можно, а какие-нибудь там прыжки и прочие трюки нельзя делать. Пробег Вознесения 1. Овладей каждым действием при сбросе карт души, чтобы выполнить побочные квесты красные. А у красной наоборот нужно... Понял. Ого. У красной наоборот на сбросе надо играть. Уловил. Вообще, хочу вам сказать, задача непростая. Жидкое озарение. Поехали. Ну, прям концентрироваться надо, знаешь, так. Прям, ух. Неон красная. Пиу. И теперь в диалог поехали. У меня есть задание вручить тебе сувенир. Ну-ка. Стой, белые. Ну-ка, погляди на меня. Что? У меня опять еда в зубах застряла? Нет, ничего такого. Просто хочу рассмотреть твою маску. О, да, довольно зверская, правда? Она тебе нравится? Ну, я видел неона в маске с каким-то месивом из мерзких щупалец, так что мне, в принципе, еще повезло. А тебе не нравится, что ли? Не могу сказать, что не нравится, но не уверена, что она подходит. Подходит? И в том смысле, что наши маски неплохо отражают характеры. Сам посуди. Лиловые, милые и шустрые, как зайчик. Желтый тоже вполне себе игривый козел. А ты, стала быть, хитрая лиса? Точнее, кицуны. Ну да, образ верный. А вот что до тебя? Я просто считаю, что тебе больше подошла бы какая-то другая. Точно, скажем, волчья или нет? Стой. Маска оборотня. Ой, да ну, скорее. Щеночка. Seriously? Щеночка. По-моему, было бы идеально. Издеваешься? Вообще мимо кассы.
Я машина для убийства, а не какой-то косолапый уволень, который виляет хвостиком, чтобы привлечь внимание и беспомощно бегает за мамашей. Хорошо, белый, как скажешь. Я оборотень, красная. Ладно, мне пора. Стой, не увиливай, да признай же ты это. Скажи, что я оборотень. Гениальные диалоги. Прекрасные, ребят. Симулятор свидания работает. Подкат красный пока не работает. Пойдем подкатим к лиловой тогда. Ну-ка. Ох, верные тики, такие хамы. Хорошо же, что ты здесь, беленький. А то я вообще свихнулась. Сувенир давай, вручаем. Опа! Как звали? Эта игрушка популярная была, наверное, в нулевых. Ой, беленький, гляди. Господи Иисусе, лиловая, нельзя совать людям ножи прямо в лицо. Селенки, просто хвастаюсь, как его отполировала. Разве не милота? Вряд ли это подходящее слово. Может, страхота? А в чем разница? Мне при слове милота представляются цветочки, зверушки и все такое. Ой, точно, славненькая, от которого у вас только радость. А котики, плюшевые мишки, острые ножи и потроха наружу. А разве все это не приносит счастья? Нет, определенно нет. Кишки и кошки, знаешь ли, две очень большие разницы. Может, у тебя в голове какие-то проводки коротнуло? Я слыхал, с людьми такое бывает, скажем, начинают тащиться от ступней. Фу, беленький. Никогда не думала о ступнях, уверена, я бы знала. Но я считаю себя горячей фанаткой всего восхитительного. Лиловая, не хочу тебя огорчать, но большинству людей кровище милой не кажется. Фу, безвкусные свиньи все вы. Эй, не расстраивайся, это так. Нет ничего страшного в том, что у тебя своеобразные эстетические предпочтения. Белая, миленькая? Что? Ну, я не знаю. Ну, в том смысле, что, блин, лиловая. Ну да, думаю, да. Божечки, белый, будешь так смущаться, у тебя никогда девушки не будет. Чего же она такая ненормальная? Ну-ка. Вручаем сувенир, посмотрим дальше. Симулятор свидания. То есть мы, этот, сверхзвуковой шутер перешел в разряд как раз симулятором. Канура, район Шио. Шулерский трюк. Сумей выжить на садистских полосах препятствий лиловой, чтобы выполнить ее побочные квесты. Я тебя понял. Выглядит жутко, ребят. Не дышу. Ёлки-палки. Лес густой. Что это за уровень-то такой? Порядок. Не, ну так-то на самом деле окей. Окей. Не без проблем, но хорошо. Выглядело сложнее, чем оказалось на деле. Будем честны. Ну-ка. На диалог на второй. Давай вручаем сувенир. Привет, привет. Привет, привет. Диалог. Ты проводишь еще какое-то время с Лиловой. Ой, помираю от скуки в этом дурацком месте. Давай же, беленький, придумай что-нибудь веселое. Я тебе что, чертов клоун? Ну вот, опять все делать самой. Ой, знаю. Давай поприкалываемся над тем бедным. У тебя тяга к смерти или что? У меня от завтрака осталось чуток каши. И не жалко будет в него запульнуть. Он даже не сообразит, откуда прилетело. Все он сообразит. Даже спрятаться негде.
Ой, не бойся, у меня есть идея. Брошу, и мы тут же отвернемся, как будто вообще не при дела. Это худшая идея на моей памяти, я определенно не... Алеп? Лилова нет. Ой. Да, попала. Отвернись, не смотри в ту сторону. Я тебя прибью, Эй, ты, это ты бросил? Блин, он меня заметил. Чего? Я? А ну-ка, иди за мной. Стойте, не, я ж ничего не сделал-то. Он схватил того неона, что был ближе. Это ужасно. Тебе весело, ты случайно подставила какого-то неона, его уничтожат, а ты смеешься? Ой, ну это же прикольно, не забывай, он и так мертв. Кстати, с таким невезением он вряд ли бы долго протянул. Ой, да ладно, согласись, это было ржачно. Ну, в каком-то смысле забавно, да, конечно. Ура, держись меня, я всегда придумаю, как ты злишься. Ты на меня дурно влияешь. Так, ну и остается, пожалуй, только... Да, только основной квест. Погнали. Привет, я пришел получить задание. Новые задания вам будут поручать мистер Майки, а я его секретарь. Так давайте мне с ним поговорить. Майки тоже кот? Просто позвольте мне делать свою работу, молодой человек. Это ведь не так сложно, правда? Или для вас все-таки сложно, мистер Белый? Ладно, валяйте. Чтобы получить новое задание, неон обязан набрать определенный рейтинг. Какой еще рейтинг? Ваш неоновый рейтинг зависит от количества золотых и тузовых медалей, заработанных в предшествующих заданиях. Чем больше золотых и тузовых медалей, тем выше рейтинг. Ясно, сейчас мой рейтинг 88, это хватит? Надо же, вы поглядите, ваш неоновый рейтинг достаточен для перехода к новому заданию. Вы заработали купон небесных услад. Удивительно. Купон, который вручают самым усердным неонам. Можно обменять на одну небесную усладу, загляни в соборе в лавку небесных услад и обменяй купон на впечатления, каких не смел и мечтать. Купон, который вручают самым усердным неонам, можно обменять на одну небесную усладу. Загляни в соборе в лавку небесных услад и обменяй купон на впечатления, каких... Так, погоди, по-моему, два раза, не повторяю. А, там было 10 купонов. Мне можно накопительно 10 купонов, то есть сдавать их, или по не знаю, короче. Одну минутку, мне надо заглянуть в рабочее расписание мистера Майки. Присаживайтесь, мистер Майки скоро вас примет. Примерно через 4 часа. 4 часа, почему? Тут же никого больше нет. А есть кто-то, с кем можно увидеться быстрее? Я обязательно выясню, сразу после моего законного перерыва. А когда это будет? Примерно через 4 часа. Да это смешно. Я войду прямо сейчас. И вошел. Эй, я занят! Майки. Вот он, кстати, у нас к нему подарок есть. Или нету? Но он был в дневнике. Стучаться надо, парень. Послушайте, у вас ведь не жилищная контора. Я не стану ждать 4 часа ради дурацкой миссии на небеса. Чё? Какие 4 часа? А, ну да, Габи не может без шуточек. Я вызову твою наглую рожу, как только закончу с этой дамой. Не беспокойтесь, я не против, если он подождет тут. Красная? Займись чем-нибудь, дорогой. Давай, умник, садись уже. Итак, слушай внимательно, повторять не стану. Тебе отводится ровно 10 дней. Новый день, новое задание от старины Майки. ЦНК будет оценивать и твои успехи, и работу других неонов. А будет тот, кто наберет больше баллов к концу 10 дня. Фельдштейн? Фельдштейн. В ходе первого задания вам, клоунам, надо зачистить нижние небеса. Звучит не очень сложно. Тупицы вроде тебя вечно так говорят, на второй день уже не доползаю до моего кабинета. Почему? А, потому белые, что их жрут демоны. Ладно, я понял. А, собственно, и все. Вопрос есть? Ну, есть один. Почему ты кот?
Ты решил, что можешь мне тут чушь порвать? По правде, это оскорбительно. Признаться, я тоже задавался этим вопросом. Почему вы выглядите как забавный мультяшный кот Гарфилд? Именно так. Спасибо, Красная. Рад, что наши мысли сходятся. Все вы неоны одинаковые. Постоянно твердите мне о каких-то идиотских образах, которые складываются в ваших крохотных мозгах при попытке постичь нас, ангела. Вы кот, вы конь, вы голая статуя свободы. Как насчет «Здравствуйте, Майки, как у вас дела, Майки?» «Ой, Майки, вы так много работаете!» Привет, я пришел получить задание. О, приветик, Белый. Я обалдел вообще. Вот уж не думал, что на небесах нам будут давать задание Джон Сина. Так, с меня хватит! Пошли вон отсюда! И не возвращайтесь, пока не выполните задание. Понятно, у нас божечки-кошечки, а у него... Габи, поставь-ка этих неонов под особый контроль. Все. Эй, Красная, пока ты не ушла, я хотел спросить, что за тип этот зеленый? Держись от него подальше. Окей, ладно, но может растолкуешь? Он опасен, хватит такого пояснения. Не помешало бы поубедительнее. Возможно, расскажу больше, но в минус. Правда? Конечно, я готов, что хочешь. Гляди, из штанов не выпрыгни, Белый. Для начала мне еще надо придумать, чего я хочу. И когда же это случится? Типа, после задания? Ладно. Так-так-так, да. Так-так-так. Переходим ко второму заданию, между прочим. Угу. Третья серия, а мы уже ко второму заданию идем. Ну-ка, давай посмотрим. Вот ты где, Белый? Давай работать вместе. Блин, Лили. Теперь за тобой должок. С чего бы? И вообще, хватит мне мешать, Желтый. Ой, давай же, беленький. Будем лучше, если мы будем вместе. К тому же выбор между мной и Желтым очевиден. Ну, не знаю. Я ведь тоже боешка. Народ, я, конечно, польщен, но ведь это состязание. И я тут не ради поиска друзей, так что без обид, но... Да не вопрос, я все понимаю. Какие там обиды? Именно поэтому надо работать втроем, как в старые добрые времена. Ой, только не это, трое — это уже толпа. Проще себе ухо откусить. Ой, да ладно тебе, Лили, уверена. Повторяю, я одинокий волк. Щеночек. Так что никакой работы в команде. Ой, знаешь, я тут познакомилась с одним неоном. Он полный дуралей, пожалуй, лучше с ним договориться. А, ну отлично. Ой, до встречи, Белый. Ага. Чё, похоже, остались только ты и я, брат. Ладно, только не отставай, ждать не буду. Полет. И мы будем вдвоем работать? Мы втроем работаем, смотри. Они никого не бьют. Ребята, они никого не бьют, алло. Ой. Вот это вот я, конечно, лоханулся. Игрушка пока что изейшая. Пока что. До поры до времени, да? Надо было желтый применять. Нет, не надо было желтый применять. Я все правильно сделал. Может, надо было фиолетовый применять. Золото. Полчаса на диалоги. Да, диалоги реально прям полчаса у нас зашли. Тут бесспорно. Но там были, будем честны, интересные задания. В частности, у Лиловой. Это садистское задание. За 23. Ладно, погнали. Да, глазик там. Я так и думал. Так, нужно аккуратней. Этого сбили. Здесь пробили. Двадцать одна, 55. Легчайшая просто. Но это первые миссии. Последние, я думаю, будет жопа, как в первом. Надо ящики искать, напоминаю, ребят. Чат, ваша задача — искать ящики. Это то, в чем вы можете реально помочь. Поэтому работайте.
Я нашел ящик. Забираем желтый здесь. Нам тогда надо... Мы можем туда залететь, смотри. Да, так просто не допрыгнуть. Опа! Я F нажал. Я нажал F, типа, поднять, ребят. Проклятие. Но идея, я думаю, понятна, да? То есть мы сейчас так и поступим, как поступили. Даже подстрелим здесь. Подстрелим здесь. Подстрелим здесь. Хорошо. Все, поехал. Ей, упаковка пива для желтого. Хватит ли это для еще одного дополнительного задания? Не знаю, но следующий уровень. Погнали, погнали. Шикал, а сколько ты прошел за первый день? С богом. Карта души с богом. Эта карта похожа на полуавтоматическую винтовку. Действие при сборе. Рывок по горизонтали в ту сторону, куда ты целишься. Уничтожает демонов и разрушаемые объедки. Ага, я понял. А здесь, здесь не запрыгнуть, видимо, да? Ну, как-то супер сократить? Видимо, нет. Ладно. Да, чистая горизонталь, чат. Чистая горизонталь. Я думаю, что должно быть сокращение. Ну, потому что золото. Должно быть сокращение без вариантов. Наверняка можно секунд за 9 пройти. За 10. С половиной. Но здесь так просто не пробиться так-то. Во! Я же говорил, есть сокращение. Ну, секунд за 9, да? Ну, легчайшее. Так, надо ящик искать. Если будете, ребят, искать ящики, напоминаю, искать ящики, напоминаю, искать ящики, тогда мы... Я нашел ящик. Тогда мы с вами будем быстрее продвигаться. Немножко. Будем. Стоп. Этот нельзя тратить. Я понял. А доберусь-то? Здесь нужно запрыгнуть явно. Сюда не залезть. Туда могу залезть, на это здание. Но я не настолько далеко по горизонтали иду. А, вот, 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 вот. Показана прям нужная позиция. Бам! Изи. Это для лилейки. Поехали. Следующий уровень. Третий. Пока все схвачено. Рывок. Так, так. Быстро их убивает. Здесь явно нужно желтое применить, да? Ой, что-то я немножко... Вафелька. Я бы мог секунды 3 или 4 сократить. Ну, как бы на изичах. Да? Сейчас посмотрим. Ну, вообще говоря, мне придется прям впритык. То, что я могу это сделать, это я понял. Увидел, кстати, ящик. Есть. Видишь, быстро как надо. То, о чем я и говорил. Это жопка. Так, стоп. Давай сделаем иначе. Есть идея. Во! Отлично. Идея сработала. Хорошо. Глобальный рейтинг. А глобальные у нас задроты, видимо, те еще, да?
За 8. Не-не-не-не-не. Сувенир я увидел. Для получения этого сувенира нам потребуется. Здесь мы его не заберем. Я думаю, надо вот сюда залезть. Да. Отлично. Понравится красной. Это хорошо. На следующий? На следующий. Хорошо, когда все складывается хорошо. Так, застрял. Эй! Не подпрыгивает. Это чистая горизонталь, ребят. Неплохо. Золото. Да я ж вообще как бомба-ракета несся. Ну вы чего, какая золото? Может, за 18 надо пройти? Не 18.06, а за 18... Если за 17... За 18. Окей. Окей, смогу. Серьезно, смогу. Слишком рано нажал. Стоп, а... А-а-а! Ага. Там глазик, ребят. Хорошо. Отлично. Оповещение пришло. Круто. Спустя 2 часа стрима. Хорош. Так. Теперь вопрос. Четыре выстрела есть в запасе у пушки. Где ящик? Это мы просто обходим, правильно ведь? Да. Смотри, мы получаем халявную вот такую. Где-нибудь ящик. С ящиками сложнее. Ну, то есть, вообще непонятно, где ящики. Ой. Оп! Случайно упал, но оно того стоило, ребят. Все, я понял, куда нам нужно. Есть. Сигары. Понравятся майки. Хорошо. Поехали, следующий. Растягивание. Поехали. Ага. Блин, врезался. Здесь тоже запрыгнул и сюда. Yeah. Золото. Ну что, вполне логично, всего лишь золото. А за сколько нужно пройти? За 15? Чуть быстрее. За сколько? Ну без глаза я точно не. Так, ладно. Ищите ящик, ищите глаза. Я не увидел ни одного глаза. Вот он уже финиш. Вот он финиш. Глаз увидел.
Хорошо. Ящик увидел. Хорошо. Ящик и глаз есть, а ящик-то где? Вон он. Как я его раньше не заметил. Туннельное зрение. Заново. Да чтоб тебе. Хотя, если мы пробьемся, есть идея. Опа! Шикарно. Получилось. Ну, теперь жестко. То есть нужно аимить прям. Ух, ух, ух. Ух, 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 ух. Так, надо за сувениром. А я могу здесь без желтой запрыгнуть? Мне желтая нужна. Я синюю могу точно не тратить. Желтую я здесь не допрыгну, мне нужно именно сюда. А, я так залечу, ребят. Окей. Устраивает. Пойдет, пойдет. Устраивает. Следующий.